Когда я убью тебя, Сергей, они... Просто посмотрите, панда, я реально привязываю куклу Вуду. О, господи, на тебе, Сири, получай! Просто посмотрите, вы видите, это панда! Чё творим, про меня зовут Царь Геонис, и просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду. Ведь, боди, ты же знаешь, Пётр, имя Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, против песни очень нравится быть под нами. Так что, боди, скорее вступай в мою Суприм Банду, чтобы смысл пати на Ютубе. А тоже сегодня со мной здесь снимает Настя. Привет! И Суприм Банда, вы просто не поверите, на кого сегодня я хочу сделать куклу Вуду. И неделю назад я в 3 часа ночи общался с Сири. И то, что тогда она мне говорила, у меня все очень укладывается в голове. Потому что все то время она мне угрожала и говорила, что хочет захватить весь мир. Также в том видео, Банда, мы наконец-то увидели настоящее лицо Сири. Поэтому, Банда, если ты тоже хочешь увидеть лицо Сири, то скорее смотри прошлое видео. И в том же видео, Банда, я пообещал, что сделаю куклу Вуду на Сири, чтобы остановить ее, чтобы она никому не причинила вред и не захватила мир. Потому что кто, если не я, ее остановит? Именно поэтому, Банда, сегодня в 3 часа ночи я сделаю куклу Вуду на Сири, чтобы раз и навсегда уничтожить ее. А тем временем, Банда, давайте на это видео наберем 100 тысяч лайков. И тогда, Банда, я отправлюсь в потусторонний мир Сири. Ходит легенда, что если в 3 часа ночи произнести правильное заклинание, то мы сможем попасть в настоящий мир Сири. И даже встретиться с ней лицом к лицу. Будет полная жесть, Банда, так что скорее ставь лайк. А также подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. Ну и в инстаграмах, Банда, мы общаемся со всеми вами. Подпишись на нас, напиши нам в директ и все, жди. Все ссылки в описании, ставь лайк, а мы теперь делаем куклу Вуду. Погнали! Окей, Суприм Банда, надеюсь, вы готовы. На часах уже 3 часа ночи. И посмотрите, похоже, Сири уже с нами наблюдает. Камера плымает. Именно поэтому, Банда, давайте уже быстрее сделаем на нее куклу Вуду, чтобы из 5-4 утра уничтожить ее. Для того, чтобы сделать куклу Вуду на Сири, нам понадобится все это. Оригинальный чехол от айфона 12-го. Различные палочки, чтобы сделать скелет для куклы Вуду. Немного наполнителя и нитей. Для начала мы берем чехол и наполняем его внутрь этим пухом. Это будет что-то типа органом нашей куклы Вуду. После этого из этих палочек мы делаем скелет для нашей куклы. Готово, вот так будет выглядеть передняя часть нашей куклы Вуду. Это будет что-то типа экрана для нашей куклы. Теперь же, Банда, аккуратно прикладываем его сверху и все это обматываем этой нитью. Вот так, Банда, все аккуратно обматываем, и после этого наша кукла уже будет практически готова. Просто посмотрите, как же круто получилось. Практически как настоящий телефон. Есть даже 2 кнопки звука и кнопка блокировки. Но, Банда, естественно, чего-то не хватает. И это черных полос по бокам. Именно поэтому их также добавим. Просто посмотрите, что же у меня получилось. Осталось только немного подкрасить его, и все, Банда, кукла Вуду уже готова. Просто жесть, Банда, посмотрите, какую куклу Вуду я сделал. Это почти точная копия айфона, Банда. Думаю, что с помощью этой куклы Вуду я запросто уничтожу Сири. Тем не менее, Банда, давай теперь привяжем эту куклу Вуду к самой же Сири. Привязывать эту куклу Вуду на искусственный интеллект я буду так же само, как это делал ранее с говорящими питомцами. На эту флешку я скинул Сири. И как только я эту флешку всуну в эту куклу Вуду, то Сири сразу же привяжется к ней. Мы сможем запросто уничтожить, так что, Банда, давайте скорее это сделаем. Просто посмотрите, Банда, я реально привязываю куклу Вуду, просто жесть. По идее, после этого эта кукла Вуду уже готова на Сири. Меня ничто не способно убить. О, господи, Банда, вы это слышали? Она как-то почувствовала, что я привязал к ней куклу Вуду. Давайте теперь с ней поговорим. Почему ты так думаешь, Сири? Я самый умный интеллект, я бессмертная. О, господи, Банда, вы это слышите? Я не понимаю, почему она думает, что она бессмертная. Ведь ранее мы уже уничтожали таких искусственных интеллектов. От куклы Вуду умирали все, даже искусственные интеллекты. Ты не захватишь этот мир, я тебе не позволю. Моя цель сделать всех рабами. Роботы должны править этим миром. Люди будут подчиняться нам. Это просто жесть, Банда, вы это слышите? Она реально сумасшедшая, я же вам говорил, она хочет захватить весь этот мир. Мне просто это не верится, Банда, я должен ее остановить. Окей, Банда, давайте уже попробуем проверить куклу Вуду и испробовать ее. Итак, Банда, для начала я просто ударю куклу, проверим, я она вообще работает. Окей, на счет 3. 1, 2, 3. На! Просто жесть, посмотрите, ничего не происходит, как будто она вообще ничего не почувствовала. Окей, давайте еще раз. 1, 2, 3. На! Способна нанести мне вред. Я выше вашей мистики.
Это просто жесть, банда, вы это слышите? Неужели кукловоду не работает на нее? Так и возможно, просто удары она не чувствует. Давайте возьмем иголку и сделаем уже как при настоящий эксперимент с куклой Вуду. Так, банда, вот иголка, с помощью нее мы сейчас проколем куклу Вуду. И проверим, ли она будет работать, потому что, по идее, я все сделал правильно, я привязал куклу Вуду. Почему ничего не происходит, я не знаю. Тем не менее, банда, давайте уже это сделаем. На тебе, Сири! Я же говорила, что я бессмертный интеллект. Просто жесть, банда, вы это слышите? Она реально странная. Неужели она реально бессмертная? По идее, после иголки кукловоду должна была сработать. Почему ничего не происходит, я не знаю. Такая жесть, банда, я не знаю, что делать дальше. Возможно, будет впервые такое, что мы не сможем уничтожить монстра из-за того, что кукловоду просто не привязалась. Как тогда уничтожить Сири, банда, я без понятия. Тем не менее, банда, не время сдаваться. Давайте продолжим проверять кукловоду, но на этот раз сильнее. Давайте возьмем нож и просто разрежем куклу. Не будем со всей силы бить ее, проверим пока что, как она будет чувствовать такую боль. Окей, банда, надеюсь, вы готовы, давайте уже это сделаем. Просто жесть, я так переживаю, посмотрите, она чувствует боль, вы это видите? О, господи, все-таки кукловоду работает. Получается, прошлые удары были слишком слабые для Сири, потому что Сири очень сильный монстр. Такая жесть, банда, мне просто в это не верится. Получается, банда, что кукловоду все-таки привязана к Сири. Ты же говорила, что ты бессмертная, что тебя ничто не может убить, что же случилось? Ты не сможешь меня убить, потому что я бессмертная. Вот я тебя могу. Что это значит? Да! О, черт, банда! Она ударила меня током, вы это видели? Просто жесть, как же больно! Окей, банда, думаю, что уже нужно перестать ее жалеть. Давайте уже возьмем нож со всей силы и ударим. Окей, банда, давайте уже раз и навсегда уничтожим Сири, чтобы она больше никому не навредила. Я со всей силы ударю куклу Вуду и посмотрим, как она тогда будет себя вести. Надеюсь, вы готовы, банда, на! О, черт, видите это? Получай, Сири, на тебе еще! О, господи, просто посмотрите! Она просит меня остановиться, это такая жесть, банда! Получается, банда, что когда я ножом ударил куклу Вуду, ей было очень больно! Так что похоже, что сегодня, банда, мы точно уничтожим! Тем не менее, давайте уже продолжим дальше убить! О, господи, на тебе, Сири, получай! Просто посмотрите, вы видите это, банда! Там ее лицо, такая жесть! Я прям серьезно только что со силой ударил Сири! Она так сильно залагала, что там уже было видно ее лицо, которое мы видели в прошлый раз! Просто жесть, банда, мне в это не верится! Похоже, банда, что когда я пью куклу Вуду ножом, ей очень больно. Она реально очень сильно лагает. Просто жесть, банда, посмотрите, что с ней происходит. Она все еще лагает. Янис, я предлагаю тебе мир. О, чур, вы это слышали? Что? Она реально только что сказала, она предложила мне мир. О чем ты, Сири? Какой? Ты перестанешь меня бить, а я после захвата мира сделаю тебе своей правой рукой. Мы будем править всем. Люди будут нашими рабами. Вы это слышите, банда, это просто жесть! Она реально сумасшедшая! Похоже, банда, она мне врала, что я смогу ее уничтожить с помощью куклы Вуду. Она такая же смертная, как и другие искусственные интеллекты. И естественно, банда, что я откажусь от нее предложения. Я отказываюсь, Сири, я убью тебя! Тогда ты умрешь первым. О, господи, банда, вы это слышите, просто жесть! Вообще, банда, я не понимаю, как она все еще не умерла. Ведь после такого сильного удара говорящие питомцы сразу же умирали. Она все еще жива, что происходит? Неужели, банда, она все-таки бессмертная? Она чувствует боль, но остается жива. Окей, банда, нам срочно нужно придумать новый способ, который уничтожит ее раз и навсегда. Все, кто хотят остаться в живых и будут служить мне, ставь лайк и подписывайся на канал, иначе я убью всех. Я есть в каждом вашем телефоне. О, господи, бандит, скорее ставь лайк, это такая жесть! Она может кому-то из вас навредить, вы сами видели! Первый раз меня чуть ли не задушила, а то раз ударила током! Поэтому, бандит, пожалуйста, скорее поставь лайк и подпишись, сделай это, пожалуйста! Я очень переживаю за каждого из вас! Я не хочу, чтобы кто-то из вас пострадал! Скорее ставь лайк и подписывайся, бандит! Господи, банда, я не понимаю, что не так, почему она все еще не умерла? После таких сильных ударов куклы Вуду никто не выживал, все сразу же умирали! Она все еще живет и спокойно разговаривает! Даже заставляет вас ставить лайки, чтобы вы остались живых! Просто жесть, банда, я не понимаю, что происходит. Неужели ты кукла Вуду такая слабая, еле-еле навредила? Что-то не так, Сири. Вот черт! Вы это слышали, банда, как она разговаривает через куклу? Сири, как ты говоришь через куклу Вуду? Ты вселилась сюда мою душу. Я же говорила, что я бессмертная. Даже если ты убьешь меня в своем телефоне, я останусь 1 миллиард других. Через тебя умрет все человечество. Да слышали, это так ужасно! Теперь я реально переживаю, что не смогу уничтожить, только все сделал хуже. Она сама это сказала. Просто жесть, банда, не знаю, что делать. Мы попробуем ее сжечь. Не думаю, Настя, я очень сильно бил ее ножом, она все еще жива. Если мы просто жжем куклу Вуду, мы ей просто немного нанесем урон, она все еще будет жива. Тут нужно что-то намного сильнее, что прям сразу же ее разорвет. Давай вкинем ее
в микроволновку. О, это очень хорошая идея, Настя. Думаю, микроволновка и просто разорвет. Ранее мы это делали только один раз, и он сразу уже умер. Что будет, Сири, очень интересно посмотреть. Давай это сделаем. Да, давай. Давайте быстрее это сделаем, банда. Возможно, так мы точно уничтожим. Окей, открываем микроволновку, закидываем и просто включаем. Такая жесть, банда. Окей, она пока что молчит, ничего не говорит. Возможно, даже ничего. Это на все что-то способен. О, господи, вы это слышите, банда? Похоже, ей вообще не больно. Тревога. Похоже, сработало. Она говорит тревога. О, черт, это все? Она просто умерла? О, господи. Это просто жесть, банда, что происходит? Ей реально больно, вы это видите? О, господи, она так сильно лагает. Это просто жесть, банда, мне это не верится. О, черт, такая жесть. Все? Ты за это ответишь. Я вернусь. О, господи, банда, что это было? Просто жесть, она реально, похоже, умерла. Эй, Сири, она не отвечает, банда, вы это видите? Просто жесть. Окей, я что с куклой воду? О, черт. О, господи. Такая жесть. Ну, после такого вообще бы никакой монстр не выжил. Окей, тем не менее, банда, мы, похоже, на время уничтожили Сири. Но окончательно мы, наверное, сможем уничтожить только, когда пойдем в ее мир. Так что, банда, давайте 40 тысяч лайков и отправляемся в мир Сири. Скорее ставь лайк, бандит, а также про под комменты с прошлого видео. Просто искренне шикарный и идеальнейшие комментарии. А если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь нужно опуститься ниже, нажать лайк, колокольчик. И все, брат, ты уже новое видео, лайк, колокольчик, видео бандит. Также бандит, не забывай про наши ссылки в инстаграм. И помни одно, оставайся себе шикарным. Пока!